Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за нашу коллегу-журналистку Ольгу Скобиеву, которую накануне в Страсбурге толкнул и оскорбил украинский депутат. В своем телеграм-канале Кадыров выразил возмущение и посоветовал украинцу извиниться. А еще заметил, что если бы подобное произошло в России с украинской журналисткой, процитирую, «весь западный мир гудел бы». Я напомню, все произошло в кулуарах ПАСЕ во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко перед объективами сразу нескольких камер. Сначала Ольгу Скобееву толкнул один из журналистов, а затем толкнул и оттеснил в сторону депутат Рады и представитель украинской делегации Борислав Береза. Сама Ольга в своем аккаунте в Инстаграме уже выразила надежду на то, что поведение украинской делегации обсудят на комиссии Совета Европы.